Почему бы еще чуток не поспать, а? Доброе утро. Спасибо, я сам. Тише, тише, будь осторожен. Успел уже и завтрак организовать. Леволя! С ним случилась беда. Это с кем угодно может случиться. Ты знаешь, когда это случается? Когда мужчина очень сильно любит. Когда его сердце слишком сильно бьется. Когда объект любви кажется небесным созданием. Но я не небесное создание. Ты сокрушаешься. Ты выяснил, что люди злые и подлые, испорчены сами и портят других. А мне уже все равно, какие у них взгляды, левые, правые. Они имели то, чем я не мог обладать никогда. Никогда? Никогда! Ты прекрасно понял, Эдуардо. Антонио, но как такое возможно? У меня никогда не было близости с женщинами, которые мне нравились, и с женщиной, которую я любил по-настоящему. Значит, с некоторыми не получалось, но с остальными ведь получалось, не так ли? С теми, кого ты не любил. Должен признаться, что и у меня то же самое. Да, у меня тоже иногда не получается. Не скажу, что всегда, или даже часто, но иногда бывает. А что ты хочешь? Мужчина, который всегда в седле, должен время от времени парить с лошади. До 18 лет я знал любовь только во сне. Потом однажды это случилось в доме на улице Маттео. На меня вырвало. С тех пор со мной подобное не случалось. Ни во сне, ни как в результате достижения цели. Каждый раз, когда я вызывал в память эту улочку, меня охватывало чувство тошноты, словно я страдал морской болезнью. И в то же время я влюблялся во всех женщин, словно безумец. Но как такое возможно, Антонио? Я не могу тебя понять. Ведь все женщины сходили по тебе с ума. Так говорили вы, но я все видел совсем в ином свете. В том году, когда я приехал в Рим, я пережил новый опыт. В первый же вечер я отправился в известный дом. И не успев испытать страх или отвращение, смог стать мужчиной. Отлично. И что дальше? Произошедшее показалось мне настолько невероятным, что я вышел, качаясь от счастья. Я целовал все двери и стены, которые находились от места моей победы до моего дома. Это был самый прекрасный период в моей жизни. Я был молод. Женщины жаждали меня больше воздуха. И я, по крайней мере, время от времени кого-то из них заставлял безумствовать от радости. Это были служанки, шлюхи, студентки. Потом однажды я встретил одну женщину. Продолжай. Как она была красива, словно ангел, словно создание не из этого мира. Ты преувеличиваешь. Ее звали Паула. Я встретил ее в доме каких-то римских друзей. Мы начали встречаться. Она была моей первой любовью. И ты не попытался ее соблазнить? Тогда я провел всю вторую половину дня с одной в доме одной из этих девушек. Но с Паулой... Короче, вы с ней были вместе или нет? Однажды вечером мы с ней возвращались в машине. Я страстно ее поцеловал. И несмотря на то, что я провел половину дня с другой женщиной, я снова почувствовал ту силу, которая... Антонио, нельзя ли покороче? Мы подошли к двери ее дома, и прежде чем подняться по лестнице... Нет, нет, оставь подробности. Лучше расскажи по порядку все остальное. В какую комнату она тебя повела? В свою. Как, прямо в спальню? Да. И что потом? Чем вы занимались? Расскажи, что вы делали потом?
Я потушил свет, и мы обняли друг друга. А потом меня пронзил страшный холод, который меня парализовал. Она сидела на кровати, а я лежал рядом, закрывшись простыней, с дрожащими губами. После этого у меня уже ничего не получалось ни с ней, ни с другими, ни даже с теми женщинами, которых я любил. А таких было много. Но никого из них я не любил так, как Барбару. Никого. С Барбарой я был уверен, что у меня получится. Был уверен, понимаешь? Поэтому я и женился на ней. Эмилио, то, о чем мы говорили, ты знаешь, что я получил письмо от Вольпини? Он пишет, что придет. Какой-то смелый. Сейчас он, может, уже ждет, сидит дома с моей матерью. Ну давай, слышишь, мы встречаемся с тобой последний раз. Ты поняла? Последний. Останет меня. А знаешь почему? Потому что ты проститутка. Хватит. Знаю, что ты проститутка. Оставь меня, Эмилио. Каждый раз перед тем, как идти ко мне, ты была с кем-то в постели. Нет, отпусти меня. Кто-нибудь, помогите. Ты была даже со Стефаном. Это неправда. Ложь, ложь. Знаешь, кто ты? Оставь меня. Знаешь, кто ты? Знаешь, кто ты? Отстань от меня. Ты двуличная, личная. Помогите, отстань от меня. Двуличная. Двуличная. Помогите, отстань от меня. Двуличная, помогите. Уходи. Неблагодарный. Уходи. Уходи. Неблагодарный. Анжелина, извини, на минуту. Мне нужно кое-что тебе сказать. Что ты хочешь? Анжелина, послушай меня, пожалуйста, уйди, не подходи ко мне. Что тебе надо? Я хочу поговорить, только на минуту. Надо что сказать? Ты сумасшедший, Бруно, это сумасшедший. Давай, уходи отсюда. Анжелина, только на одну минуту. Прошу, мне надо кое-что сказать. Дай мне сказать, дай сказать. Анжелина, пожалуйста, послушай меня. Анжелина, правда, это очень важно. Хватит, прошу, Анжелина. Убирайся, Анжелина, надо поговорить. Мы не увидимся больше никогда. Но прежде послушай меня. Я тебя люблю, сильно люблю, Анжелина. Анжелина, отпусти меня, отпусти. Анжелина, Анжелина. Извинись. Пожалуйста, Анжелина. Отпусти его. Давай, пойдем. Нет, он должен извиниться. Прошу тебя, Анжелина. Давай, извиняйся. Давай, извиняйся. Извини, извини, извини. Ты пошли.